Спасибо. А мы с моими друзьями сегодня представляем программу, которая называется «Три и гости». «Три и» — это не значит Иванушкин Игорь там, Израилевич, к примеру. Нет. Иванушкин Игорь Васильевич был просто «Три и» — это значит три музыканта на сцене, у которых фамилии начинаются на «и». Дмитрий Илугдин, Петр Левшин. Мы сегодня покажем часть программы, которая записана на моей пластинке, на нашей пластинке. Пластинка называется «Одинокий колокол в пустыне». Она продается вот в этом специальном магазинчике. Можете приобрести, и музыканты с удовольствием поставят свои автографы. Да, Петь? Или ты не будешь стоять? Нет, будет, будет. Вот. И вторая часть концерта. Я думаю, что мы сегодня в одно отделение сыграем, потому что, чтобы быть таким мобильным и плотным концерт, чтобы прошел. Во второй части концерта будет новое произведение, основанное на академических произведениях. Ну, я буду представлять, буду говорить о них. А первой пьесой будет исполняться пьеса моего друга Аркадия Шелклопера, известного, можно сказать, известного в мире музыканта, потому что сейчас он живет в Европе и гастролирует по миру уже из Европы, а не из России, а в Россию приезжает периодически. Эта первая пьеса называется «Интрадо». Аркадий Шелклопер, «Интрадо».
Тиха беда, начало называется. Следующей пьесой, я вообще раньше всегда говорил следующим произведением, но Андрей Разин меня всегда поправлял, говорит, ты называй более скромней, называй пьесы. Да, да. Следующей пьесой будет пьеса, которая называется «Индийские сны». Я ее исполняю уже с разными музыкантами, и с певцами, и с пианистами, и с барабанщиками. Но больше всего мне нравится музицировать с моим другом, прекрасным, великолепным музыкантом Юрием Еремчуком, пожалуйста, саксофоном. Музыкант, который очень тонко чувствует структуру и ткань свободной музыки. «Индийские сны» у меня... Идея написания появилась в тот момент, когда один мой знакомый гитарист, я к нему пришел в гости, и он мне сказал, что вот он ездил недавно в Индию и сейчас музицирует на индийской флейте. Я говорю, у тебя есть флейта индийская? Он говорит, есть. Я говорю, ну как она выглядит? Ну так флейта, как флейта, чуть толще, чем обыкновенная. И он начал играть, и просто удивительно, что 20 минут я просто был настолько погружен в эту музыку, что приехав в Москву, стал для себя учебники всякие открывать, как играются раги, по каким законам. И со временем, естественно, все это переросло в пьесу, которую я так и назвал «Индийские сны».
Браво! Браво! Юрий Еремчук. Юрий Еремчук. Удивительный музыкант. Рождается музыка прямо на сцене и в образах. Просто очень легко играть и легко купаться. Мы с Юрой еще сыграем произведение, но это будет даже, может быть, не произведение, а пьесу, может быть, но это будет чуть позже. А сейчас... Юрочка, спасибо большое, спасибо. А сейчас я приглашаю своих друзей, Дима. Следующая пьеса называется «Прощание навсегда». Пьеса, которую я посвятил памяти своих родителей. Пьеса, в которой я рассказываю о том, что я постоянно вспоминаю их, и мне их постоянно не хватает. По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что было ни тебе, ни мне. Путешествие в обратное я бы запретил. И прошу тебя, как брата, душу не мути. А не то рвану по свету, кто меня возьмет. И на валенках уеду в 45-й год. В 45-м угадаю там, где, Боже мой, будет мама молодая и отец живой.
Thank you.
сейчас мы сыграем пьесу, которая вошла в титульный лист пластинки. Пьеса называется «Одинокий колокол в пустыне». Пьеса родилась достаточно давно, уже, наверное, лет 10 назад. Но как-то форму закончена, она приобрела вот в последнее время. В этой песне, в этой пьесе вместе с нами, с трио, будет петь мой друг, замечательный музыкант, отличная саксофонистка и певица Аня Королева. Она где-то здесь. Ну, может быть, она... А, уже вышла. Здравствуйте, Аня. Ну, уже можно заканчивать уже, понимаешь? Пьеса посвящена моему педагогу, который учился в Институте Гнесиных, Анатолию Васильевичу Соболеву. «Одинокий колокол в пустыне».
Thank you.
Браво! Анна Королева, Анна Королева, не уходи. Ну вот теперь уже обещанные новости. Когда я заканчивал институт у Соболева Анатолия Васильевича, он мне дал целую кипу нот классических. Я говорю: Анатолий Васильевич, зачем мне это нужно? Он говорит: ты, Игорь, возьми, ты будешь преподавать, тебе пригодится. Действительно, они мне пригодились. Я в институте своим студентам даю, они играют концерты, пьесы. Но вот одна из пьес, которые я очень давно хотел сделать аранжировку, и вот сегодня на ваше усмотрение я ее представляю. Скрябин, сочинение номер 2. Надеюсь, что будет удачно. Собственно, я даже не сомневаюсь в этом. Thank you.
совсем, Димочка, петь подойди. Контрабас подержу. А сейчас совсем удивительное будет, можно сказать, два номера. Два номера. Первый номер — это мой друг, с которым мы познакомились на Фейсбуке. Она постоянно приходит на мои концерты. Зовут ее Зульфида. Мы с ней списались, она говорит, можно я приду? Я говорю, ну конечно. Она говорит, я бы хотела подарить тебе торт. Ну как-то неудобно. Я говорю, ну здорово, отлично. И вот она сегодня пришла и подарила торт. Сейчас я его поставлю, вы все сами поймете. Она сама его испекла, этот торт. Так, сейчас я его вынесу, Петь, подержу. Специально к сегодняшнему концерту. Браво! Вы представляете, это просто, это фантастика. Зульфида, просто я в жутком восторге. Такого в моей жизни еще никогда не было. Чтобы вот так вот торт, да еще с моим изображением. Ну что ж, это слава, я уже думаю, уже близко к этому. Да. Зульфида, ты где? Ты встань, покажись людям. Пожалуйста, поаплодируйте ей. Это замечательный человек. Спасибо большое. Вот. А следующий номер, который будет для всех, для вас неожиданностью, это будет такая компиляция музыки и движений. Есть мой друг с недавнего времени, где-то мы уже знакомы около года. Зовут эту девушку прекрасную Эллада. Она занимается профессионально танцами. И я решил, что грех не использовать вот такие возможности. Ты меня сфотографируешь, что ты там? Вот я решил, что нужно использовать этот дар и попробовать сделать дуэт контрабаса и вот такого сценического движения импровизированного. И за основу я решил взять произведение Дворжика, которое называется «Мелодия». Эллочка, выходи, пожалуйста. Thank you.
Эллада Николаева. Эллада Николаева, ты где? Фантастика, фантастика, когда мелодия с движением соединяется. Великолепно. Вы будете удивляться, мы фактически не репетировали. Я это слово просто дома записал какие-то свои наработки. Она себе представляла вот это все в движении. И, собственно, мы сегодня только перед концертом буквально смогли кое-что пройти. Вот. И следующее произведение, ну, пьеса. Мне больше нравится произведение. Да, и мне тоже. Следующее произведение, которое я придумал сегодня ночью. Вообще, не должно было оно сегодня звучать, но у меня родилось свое видение, которое я бы хотел вам показать. Произведение называется «Одиночество». Это произведение о том, какое бывает одиночество. Бывает, человек вот одинокий сидит, вокруг него происходит жизнь, а он сидит, и он никому не нужен. Вот одно видо одиночества. А бывает такое, что вроде человек веселый, такой баламут, он подходит к компании, начинает говорить, но видно, что это у него способ защиты. И только по глазам видно, что он так же одинок, как и все остальные. Поэтому я хочу вот сейчас со своими друзьями Юрий Еремчук и Петр Ившин. Ребят, вы здесь? Конечно. Вот перед концертом я буквально рассказал вот эту идею. И мы... Они буквально все поняли буквально с полуслова. Мне даже не пришлось никаких реприз вводить. Итак, композитор Игорь Иванушкин. Да, «Одиночество». Thank you.
Убеждаюсь, что чем меньше я думаю над произведением, тем лучше оно, чем оно удается. Итак, Юрий Еремчук, саксофон. Петр Ившин, барабаны. Дима, ты где? Ты здесь, Дим?
Аня, ты ушла уже, нет? Аня, а ты не ушла? Ну-ка иди сюда. Перед концертом мы когда... Сейчас, ребят, мы сейчас с Аней тогда еще исполним. Перед концертом Аня сказала: Игорь, я вот только на полчаса приду, мне нужно вот... Я спою, я убегаю, мне дочку там нужно, чтобы маму освободить. А я слышу, что она там не уходит. Поэтому мы сейчас с Аней исполним пьесу. Ну как не помнишь? Все ты помнишь? Мы играли ее где-то, ну я не знаю, наверное, года лет 5 назад в Таллине, когда мы были на фестивале. Это Иоганн Себастьян Бах, прелюдия для виолончели. Но я решил объединить это произведение, вот это уже можно назвать действительно произведением, с блюзовой формой. И вот эту компиляцию назвал «Бах блюз». Oh.
его мало, его имя произносит, можно хоть я скажу. Игорь Иванушкин, дорогие друзья. Автор прекрасной программы, молодец. Я думаю, пора уже завершать эту музыкальную вакханалию. Я приглашаю Петя, Дима. Вы живы там, нет? Они, небось, коньяк люди. Я коньяк принес, они там что-то загуляли. Дима, выходи. Да, целуются они. Ну и последней пьесой. Она так же, как и сегодня, последний является на пластинке, которая называется «Одинокий колокол в пустыне». Вы можете приобрести недорого. Эта пьеса называется «Бремя». О чем это произведение? Это произведение о том, что у каждого человека в жизни бывают разные поступки. И вот, конечно, они бывают, как называется, позитивные и негативные. И вот когда у тебя накапливается шлейф уже негативных поступков, они начинают на тебя давить. Я думаю, что каждый, если так положить руку на сердце, у каждого есть такие в жизни поступки, от которых ему становится не по себе. И порой, когда ты остаешься один, они на тебя давят и придавливают. Прям не знаешь, а потом раз и отключилось все это. Вот такое бывает, со мной такое бывает, я думаю, что со многими такое тоже бывает. И вот этот шлейф поступков негативных, он у тебя бременем откладывается. Иногда это бремя приходит, иногда уходит. Когда уходит, становится легче. А когда приходится терпеть и ждать, когда отпустит. Итак, бремя. Thank you.
Петр Ившин. Петр Ившин. Дмитрий Илубин. Юрий Еремчук. Саксофонист. Лада Новикова танцевала для вас. И всю эту вакханалию придумал Иванушкин Игорь. Анна Королева! Спасибо большое. На этом наш коротенький концерт двухчасовой закончился. Спасибо за внимание. Спасибо.